Quiz the Potion Permit. На связи Чандар Ульмина. Здравствуйте. В общем, мы тут подглядываем, как Хелен говорит: «Привет, милашка». Ой, привет, Хелен. Ого! Занят сегодня ночью? Я... у меня есть кое-какие дела. Это какие же? Нужно проверить, что все здания на площади были закрыты. Особенно ратуша. Потому что там работает мэр, а еще там хранится же лунный камень. Лунный камень? Расскажи мне о нем. Ну, я ничего не знаю, кроме того, что это наше городское сокровище. А почему ты спрашиваешь? Да так. Так ты свободна позже? Мне нужно почистить игровые автоматы. Ладушки, спасибо. Запалили. Каждый раз, когда мне кажется, что свидание у меня в кармане, она начинает избегать меня. Вот так вот. В игровой зал. В игровой зал надо? С 18. Ладно. Можем пойти за ресурсами там, к примеру. Блин, это мы выполняем османа. Вот именно. Да я что-то это... страшно. Все равно не найдем его. Так. Буду играть за мужика. Вперед. Погнали. Не факт, что там будет меньше выносливости у женского персонажа. Я думаю, будет одинаково. Угу. Уж потом добавят. Допилят. Ну, посмотрим. Это когда дойдем, это... будем надеяться, что тогда уже можно будет. Сидят за столами, все просто сидят за столами. Без какие-то всего. Неподвижные. Желаешь чего-нибудь поесть и выпить? Конечно, конечно. Присаживайся, я принесу твой заказ. Хорошо. И все поодиночке, блин, сидят? Угу. Куда садиться, блин? А? Давай сюда, садись рядом. Как твои дела? Потихоньку осваиваешься в городе? Ну так, слегонечко. Если одолеет усталость или нервы шалить будут, просто приходи сюда. Многие здесь поймут тебя. А о чем это? Включая меня, здесь можно укрыться от всех забот и невзгод. У меня и без того трудная работа, а еще нужно следить за констеблями. А здесь я могу ненадолго забыть о делах и передохнуть. Естественно, проблемы не решатся сами по себе. Осман, нужна твоя помощь. У доставщиков проблемы с дикими существами. Ну что ж, пора идти. Прости, что толком не поболтали, надо оплатить счет. Не переживай. Оплатишь напитки? Как любезно с твоей стороны. Тогда в следующий раз я угощаю. Хорошо, хорошо. Скорее пойдем. У вас с любимой было свидание в бане? Угу. Ясно. Опа. Вот твой заказ. Спасибошки. Ночной перекусь. Само дружелюбие. Получено достижение. Это уже пятый, да, получается, был? Да, с Питерми. С Питерми. С Питерми. Питер и ми. С пятью подружились. Так, теперь нам сюда надо. Интересуют игровые автоматы. Хм,
Надо подумать. А, уже все знаешь? Хорошо. Иди-ка сюда, покажу тебе кое-что занятное. Об стол головой ударят. Я вот тоже думал, фокус с карандашом она сейчас покажет. Я разложу карты Таро и предскажу тебе будущее. Тебе раньше гадали на Таро? Нет. Не переживай, золотце. Начнем. Это Таро она раскладывает, а я не играю во что-то. Итак, ты человек, кто хранит... Я человек?! Ты часом не хулиганишь в последнее время? А может, у тебя тайная миссия в Лунбере? Я не знаю. О чем речь? Я видела, как ты следишь за мной и Дином. Мысли? Мне просто нравятся различные артефакты. Я не воришка. Пошла, да, посмотрела. Не стоит подозревать меня. И не стесняйся. Обязательно подходи поболтать в следующий раз. Обязательно. А не поможешь мне побольше узнать об артефактах? Конечно, конечно. Все, у нас башка отлетела куда-то. Я это запомню, дорогуша. Лиса. Соучастником, да? Поговорить с ней надо будет. А мы с ней не говорили? Опа! Та-ра-та-та-та-та. Хорошо. Не знаю. Говорили. Тоже говорили. Ну, короче, с ней нельзя строить отношения, потому что ее потом загребут, видимо. Ну, видимо. Опа! Твой любимый Сяо. Ага. Так, что мы еще не успели сделать-то? Что-то еще было у нас? Давай ознакомимся с доской. Ой, это этот. Подожди, давай беги за ним. Как он странно ходит, конечно. Угу. Спасибо за ману, конечно, но мы же копим до вторника. Может быть, у него уже вторник наступил. Мы же специально для таких и... Да. Точно. У тебя вторник? Сразу начнем с этого. Новостей пока нет. Значит, все, мы закончили все. Угу. Уловня, кстати, полученное достижение. А за что? Видимо, сколько-то рыб поймал. Сейчас вытащим и посмотрим. Демке было поймать... 25 розового мяса нужно было вытащить. Сходить на рыбалку 50 раз. Это 50 раз закинуть удочку, если что. Да, да. Именно да. Закинуть. Нет, больные. А? Кто это вообще? Кого? А, это из ассоциации, да, будет сейчас? Инспекция. О, привет. Здрасте. Слышал, тебе удалось немного наладить отношения с жителями, не так ли? Ага. Что ж, это отличные новости для всех. Подойди ко мне на минутку, пожалуйста. Так мы и так рядом стоим. Ладно. От такого рычания не было. Что случилось? Они облагораживают территорию. Раз уж ты делаешь успехи, мы решили навести порядок в округе. Согласись, так намного лучше. Конечно, конечно. Знаешь, я бы хотел еще немного улучшить в Лунбере. Я хочу сделать этот городок еще более приятным для жизни. Так что не удивляйся, если обнаружишь еще какие-нибудь изменения в Лунбере. Самое главное, продолжай выстраивать хорошие отношения с жителями. Хорошо, хорошо. Еще увидимся. Чистый двор у нас, да? Открыто. Запущенный сад. Ну, запущенный сад, это звучит, как будто его прям запустили и все. Ага. Налаживая отношения с жителями Лунбери, ты заметишь, что город начнет преображаться. Будут открываться новые части города, что пойдет на пользу и тебе, и всем жителям. Ага. Когда они лампочки нам поменяют? Какие новые части города? Ты видишь новые части города? Нет. Может, там какой-то там, не знаю, что-то построят. Мне кажется, откроется возможность получить платный DLC. Может быть. Пустыня. Снизу пустыня, да. А сверху, видимо, ледяная зона.
Видимо. А почему Under Construction? Это, видимо, Эклибрис писала что-то про фуникулёр. Фуникулёр? Угу. На гору, видимо. Вот задроты уже понапроходили, как далеко. Ладно, ладно. Так. Нам нужно к скольки? Не помню. Сейчас на доске посмотрим. Я вот не помню. Я не помню. Куда? Да я не помню. Так это только на... О, господи, еще трое. С 8 до 18? Это... Приходи как-нибудь в парк. В парк. Ага, там... Это улучшенная удочка. Ага. Удочка улучшенная, это кайф. История Гертруды. Передали несколько заказов, адресованных лично тебе. Надеюсь, ты не откажешься их выполнить. Сяо. С 10 до 17. Ру. В ратушу поступила новая партия интересной литературы. Надеюсь, что-нибудь разожжет твое любопытство. Приходи посмотреть. Сяо. Опять-таки. Ох, сяо. Они даже... До 15, кстати. До 15. Вперед. Быстрей. 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 До 15. Сначала ратуша. Ратуша сначала. Ксяо. Да. Перекатывайся, перекатывайся. Мост починили возле ворот, хорошо. Ратуша, первый этаж. Книги пришли? Не все, я заверну их и скоро доставлю тебе. Спасибо за помощь. Привет. У нас вот поставка хороших книг. Любишь читать? Конечно, конечно. Так и думал. Лучший способ чему-нибудь научиться, да? На самом деле эти книги для Ру и ее занятий по чтению. Правда, она какая-то маленькая. Ну, совсем маленькая девочка, серьезно. Нет, нам было бы, конечно, выгоднее всего завязать отношения с Ру, ты же понимаешь. Да понятно, но она маленькая. Хотя, лет может 12, быть, это... Вова. Вот, а может быть, это тогда договорной брак? Ну так, да, без любви. Ну да, именно... Чисто на свидание походить с девочкой маленькой в баню. Отлично. Прости, Ру, сейчас я занят. Поговорим позже. Ну почему все жители города постоянно работают? Действительно. А деньги кто зарабатывать будет? Ру, иди сюда и погляди, что у меня есть. Ну что, что-то... И великие книги написаны известными авторами. Скука-то какая. Нельзя судить книжку по обложке. Еще совсем не до книжек. Оставь их здесь. Может, они займут тебя, пока ты работаешь. Ну, погоди. Пока. У кого-то нет настроения. Что это было? Интересно. Вот досада. Хотел бы я достать книги, которые ее заинтересуют. Надо подумать. Что сейчас читают в столице? Вспомнить бы. Ладно, если что-то придет в голову, дай мне знать. Без проблем. Покрывить слюк. Наверное. Нет, не надо еще раз. Видимо, не надо. Может, Гертруде надо? Ат! Гертруде надо? Ну, там что-то может было... Сяо! Ну, было же Гертруде... О, завтра мэр. Не, если бы Ру была постарше, то, конечно бы, конечно, Ру. Потому что... Он спит, все, уходим. Потому что Ру, это выгодная партия, вы же понимаете. Как бы дочь мэра, все дела. В смысле? Ну, какое-то из заданий, видимо, с Дереком.
Да я сам не помню. Какое из трех заданий с Дереком? Гертруда. Может, к ней нужно зайти? Я не знаю. Пошли к ней. Передай несколько заказов лично тебе. Надеюсь, что ты не откажешься их выполнить, Сяо. Видимо, Гертруда. Гертруда здесь, да? Труды из руды. Давай. Ну да. Тогда бы игра не была бы не про Зельевара, а про сердце дочки мэра. Не обязательно. Опять-таки, Миш... ребят, тот же Neon White, например, эта игра тоже симулятор свиданий. Ну, вот они. Злится что-то. Сяо, что это такое? Кажется, мы не раз обсуждали подобные просьбы. Ну, я ведь просто выполняю свою работу. Пожалуйста, не злитесь. Ты же понимаешь, что с этим ничего не поделать, ты легендарный кузнец. Люди со всего континента хотят приобрести твои изделия. Но не все они достойны моего внимания. Все эти дурацкие просьбы. Роскошный клинок для какого-то аристократика? Ха, он даже не знает, как его держать. Погоди, я возьмусь за это. Почему? Есть причины. Какие-то вопросы? Вовсе нет, просто любопытно. Остальным сообщи об отказе. И запомни, никаких больше просьб. Как скажешь, этого больше не повторится. Не поздоровался даже, проходя мимо. Что-нибудь нужно? Угу. Хамло. Только вот что нам нужно? Просто смотришь, как будет угодно. Я просто посмотреть. В ратушу. В ратушу. В ратушу. В ратушу надо. Погоди ты тут. Погоди ты. Время! А нам в ратушу прям врут? Да? Прям врут-то. Врут. Да. Быстро. Я понял. Беги, лес, беги, которого владевают. Беги. Не врезайся ты мне. Привет, привет, ребята, посоединяйся. Добро пожаловать. Да, хилая руда и Герт руда. Не знаю. Привет, ты как раз вовремя. А, о чем? Если... У меня срочные просьбы. Ага. Нужны некоторые материалы для Гертруды, она наш кузнец. Обычно она не просит ничего, кроме руды. Я бы советовал заняться этой просьбой, награда все купит. Так что? Конечно, конечно. Помогем. Что чего? Там нужно? Лаванда, кусочек серебра. Ясно, нам нужна вторая зона уже. Потому что лаванда на второй зоне. Это я помню. Лаванда, лаванда. Поговорите, Люк. Я твой отец, Люк. Это Люк, на самом деле Люк. Ужасно. Ну в жопу тогда этот... Давай найдем Люка. Ну Люка мы знаем где. Где он должен быть во всяком случае. У нас есть собака. Собака-поводырь. Это да, но нет. И в парк. Ой. Мяу-мяу. В парк сходить надо. О. Кстати, мы с Лорой очень мало общаемся. В парк сходить. Надо, кстати, в парк сходить. Как открыть вторую зону? 250... дерево, по-моему. Или 225 дерева. 1500 денег. И сколько-то там еще камня. 200. А, вот он. Угу. Лучше так. Учебники. Да, есть парочка дома. Иди за мной. Отдыхаем, притащи. Вытащили его. Вот, читал эту книгу, когда учился. Мне ее отдал друг. Он учился в столице. Можешь взять, если хочешь. Куда?
Сяо. Найти Сяо нужно. Ищи я не знаю, Сяо. Почему я так говорю. Но... Я тоже не знаю, я теперь за тобой повторяю. В парк пошли. Пошли в парк. Парк, 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 парк. Да-да-да-да-да. Парк, парк. А где парк, парк? Парк, парк, там, где рыбалка первая. Парк, парк. Согласен, кстати. Согласен. Ну, побежали. Дешево? 1500? Серьезно? У нас 1495. Мы с ним не говорили. Не говорили. Парк, а парк, 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 парк. Парк, 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 парк. А потом вот, Сяо найдем. А, да в смысле он здесь? Ой, это же Зеливар. Ого. В шоке от вас. Я тебя часто тут вижу. Я тебя тоже сейчас вижу. Лина говорит, тебе нравится рыбалка? Да еще как. Короче, я позвала тебя на борт не просто так. Покажи, как свою удочку. А? В смысле, покажи? Да-да, удочку. Ну, покажешь, док? Мне вот и без позорной трубы ясно, что-то с ней не так. Сама ее дала. Что же интересно, ой, с ней дай-ка не взглянуть. Слишком близко подошла женщина. Поаккуратней, пожалуйста, с удочкой. Это вот эти их любимые... Лунные походки? Во-во, да, забыла. Что с головы вылетело. Знаешь, док, твоя удочка какая-то хлипкая. Ты так азартно рыбачишь, и она приходит в негодность. Рейнер? Да? Почини, ты же можешь улучшить эту малышку, да? Ну, могу. Для этого нужны материалы более высокого качества. И что же тебе нужно, плотник? Ну, новые материалы, без них удочку не улучшить. Эй, док, ты же слушаешь, да? Ага. Конечно. Метнись за материалами и принеси мне все, что нужно. Какие материалы? Какого кракена, да? А такого, док, что я вижу в тебе большой потенциал. Что? Что там? Это вторая зона. Нам явно нужна вторая зона. Пошли за материалом, все. Говорили мы уже с ней. Так, мне это не нравится. Ну, объективно. Ничего не понял, слишком интересно. Да-да. Копай дерево. Руби камень. Рублю. Жесть. Прям резко все во вторую зону. Mm-hmm. Видимо, мы уже давно должны были ее открыть. Кто ненавидит вспышку за то, что третью зону заставили открыть, когда улучшаешь отношения до третьего уже уровня. Но вы меня извините, тут и до второго уровня не со всеми получается улучшить отношения из-за того, что нужна зона вторая уже. Поэтому вспышка — это элементарное задание. Так, поехали. Расчищаем. Просто все отдаем до талого. Так, давайте уберем этот завал. С новыми материалами мы быстро все расчистим. Конечно. Деньги вам только зачем? Пусть свободен. Теперь ты можешь исследовать новые области. Там вполне можно столкнуться с чем-нибудь странным, невиданным ранее. Так что я бы тебе посоветовал сначала подготовить инструмент. И обязательно проверь доску для жителей. Возможно, там появились новые просьбы. Хорошо. Новые просьбы, может быть. Убирая препятствия на карте, ты сможешь исследовать новые области. В новых регионах можно найти больше ресурсов диких существ и испытаний. Когда открывается новая область на доске для жителей, появляются новые задания. Цель задания зависит от того, какая область открыта. Угу. Пойдем проверим. Нет. Не проверим, они до трех работают. Мы вот что сделаем. В первую очередь. Угу. Обязательно.
какая-то. Надо найти медведя. Медведя? А успеем? Ну, как его там? Должны успеть. Чернолапа найти. Или как его там? Хотя бы двоих. Белый камушек. Это камушек белый. Это серебро. Я знаю. Вот это он? Или это... не он? Ау! Это не похоже на чернолапа. Ну, надо же поубивать. Ой, это потом квест. Круза. Где чернолап? Вот снежная локация, кстати. Не было такого. Ого! Фуникулю-фуникуля? Фуникулю, да. Но я боюсь, я видела ценник, который сказал. Опять вы! О, ты здесь, на ледяной горе? Материал ищешь? Ты прям горишь идеей разведать богатые на ресурсы области, да? Мы раньше добывали здесь материалы. Однако из-за поломки фуникулера мы больше не можем попасть на ту сторону. Его починить, тогда мы могли попасть на другую сторону утеса. У тебя достаточно высокий уровень значка, чтобы заняться этим? Нет. Мы могли бы тебе помочь, но тебе в любом случае нужно улучшить значок доверия, если желаешь к нам присоединиться. Может, поговоришь об этом с Майером? За вопросы в нос не бьют, правильно? Ну, смотря вроде какой. Да. Фуникулер не работает. Значок доверия 2. То есть у нас... Быстрее, беги. Я пытаюсь. Беги. Как вы... Вот оно. О, наверное. Эксперимент зеленых угодий, день 47. Участок земли, на котором проводится эксперимент, покрыт трещинами и ямками. Кроме того, зелень начала чахнуть. Наш аппарат зафиксировал множество негативных последствий эксперимента. Мэр Лунбери тоже начинает проявлять беспокойство относительно нашей работы в зеленых угодьях. Я, как могу, пытаюсь развеять его страхи. Нужно как можно скорее доложить столицу о последних событиях. Лично, просто лучшее. Еще в лицо получили. Угу. Черный мех. Надо как можно быстрее еще чернолапа найти. Вот серебро, кстати. Так. Вот этот жесткий, кстати, товарищ. Будет с ним тяжело, я помню. Так, нам нужен еще один хотя бы чернолап. Хотя бы один. Хотя бы один. Так, отмечаются новые растения, это хорошо. Жуки. Один не было. Вот он. Есть. Ух. Почему эти помеченные? Кто? Жук. Я не знаю. Может, они бронированные. Домой. Сейчас. Бегу. Ого. Ого. Ну, мы телепорт взяли. А там внизу, видишь, еще один будет. Ага. Завтра добежим. Да это я помню, да. Завтра добежим. Баюшки. Баюшки, баю-ю-ю. Не ложись на край. Это бременские музыканты. Не ложись. А то из дивана есть можно контакт. Упасть. Алярма! Оп! Бежим!